понимаешь, это неуважение. Да, я расскажу свое мнение. А как ты постоянно это делаешь? Хорошо, тогда говори. Ну, говори. Ты никогда никого вообще в своем окружении не уважал? Нет, я уважала, Артем. И я тебя тоже уважаю, да, и в порыве там ссоры, подожди, в порыве ссоры каждый человек может высказать. Я бы так себя не повел сегодня. И с тебя тоже были очень многие слова, которые неприемлемы, даже рукоприкладство, да, что ты меня толкнул, то, что ты был агрессивный. Я не хочу в этом копаться, я не хочу грязи, я говорю, мне сейчас спокойно, я хочу заняться собой. Кристин, Артем говорил о том, что ты сама его бросить не можешь и не хочешь. И сама доводила до этой точки кипения, чтобы он наконец-таки психанул и сказал, я заканчиваю эти отношения, ну, тебя это устраивает. Нет, это неправда. Вчера ты же мне говорил, давай уйдем с проекта вдвоем, я тебе предлагала. Ты хотел вчера днем уйти со мной. Подожди, Артем. Дима свидетель. Что? Как предатель. В чем мое предательство? То, что я не хочу бросать своего друга. Неискренний человек никогда искренне ко мне не относился. Они сегодня расстались, а вчера они хотели уйти вместе с проекта? Я тебе... Забавно. Я был за, что мы уходим с проекта. Так я хочу, чтобы ты как мужчина, я думал, что человек понял, сделал все выводы, какое у нее окружение, какие люди окружают, что она вот извинилась передо мной, сказала, я против тебя шла. Так я была очень разочарована в Леше. Я так говорила, я даже плакала, потому что человек выбрал именно мою комнату и хотел нас выселить. Я тебе плакала, я тебе говорила, что мне больно от этого. Что ж получается-то? Подождите, причина именно в Вадиме. Да, ты бросил ее, потому что она все равно возобновила общение с Лешей. Поэтому она предатель. По-твоему, вот друг твой кивает. Человек свое мнение меняет в 3 секунды. Нет, просто я прощаю быстро людей в отношении и в дружбе. Я не могу держать зла. Как я тебя быстро прощала, так и Лешу. Какие приоритеты? Смотри, у тебя двойные стандарты. Сейчас меня все поймут. Артем, дай скажу. У тебя в приоритете левые люди, а не твои. Для тебя он левый человек, а он для меня друг. Когда мне было плохо, он меня... Я его знаю до тебя. Я не могу отказаться. Ты не можешь с ним как мужчина поговорить. А я